Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму под названием Фолскар. В прошлой серии мы зачистили этот форт, спасли семью одного из главных героев, хер его знает как. Агнара, по-моему, да? Походу, да. Спасли семью Агнара, теперь, собственно же, мы должны встретиться с ним в Янтарном ручье. И решить, что же нам все-таки делать с тем уёбком, который отжал у нас в конце прошлой серии три ключа, которые мы нашли. Это довольно печально, потому что он отдал их по своей воле. Поверил ему на слово, что он отпустит его жену, ребенка, ну и друзей, само собой разумеется. Но... Он, сука, ускакал на коне, а мы попали под руку стражника. Стражники были неплохи. Если бы такие были в Вайтране, был бы я бедный. Но да ладно. Что же? Ах да, там выпала черная кераска. Но как они все были одеты в них... В принципе, обычная кераса, да? То есть кераса стражника, ничего особо уникального в ней такого прям уж нет. И что я еще хотел-то снять? На перчатки. А да, и он мне сказал, что я не норд. Вот сука. Или я и правда не норд? Давайте посмотрим. А, ну да, я же имперец. Чё это я? Тогда ладно, действительно, не норд. Так, ну, я не знаю, для коллекции оставить или выкинуть. Давайте выбросим. Нахер оно мне нужно. Деревянная маска нужна. Все, пошли разговаривать. Какое решение мы примем-то? Нам нужно войско. Как минимум. И мне понравилась его броня. У него, короче, какой-то гибрид абонитовой тяжелой брони с броней братьев Бури. Офицерской броней братьев Бури. Поэтому я хер его знает. Да пройти, мелюзга. Yes, I am gathering all of my forces, a fair-sized army. We are going to seize Stalgard. It lies on the far side of the Emerald Valley, to the far east. However, before we go there, we must prepare. In the meantime, we need the route into the valley cleared. That's where you and Ulgar come in. Thorlo, Svegard and I will stay here and help prepare everything. You must go meet Ulgar at the base of the hill below the Emerald Valley gates. Mm-hmm. He will be waiting there with a small group of soldiers to help. Clear the path into the valley and we can set up our attack camps. Just know that once we set up camp to attack, nobody's leaving until Ingvar is stopped. So make sure you are prepared before you meet Ulgar. Uh-huh. Now go! We haven't got much time. If you'll excuse me, I must gather my warcrest and say goodbye to my family. Не парься. Мог бы меня одного отправить, я бы справился. Ну да ладно. Заваруха, конечно, в форте была знатная. Блин. Опять пиздерить хер знает сколько. Ладно, давайте так. Ой-ой-ой. Великаны. Вы без кипиша, окей?
Лошадь. Стой, моя хорошая. Как же ты вовремя-то? Все, погнали. Я чувствую, нас ждет еще одна грандиозная битва, без сомнения. Отвалите, волки. Не до вас мне сейчас. И, судя по всему, там еще один какой-то форт. Да что такое? Они еще гонятся за мной, что ли? Вроде успокоились. Ah, you're here. There's no time to waste, my friend. There's a small fort up the hill with a few men in it, and a camp farther down the path. Speak with me once we've cleared both areas, and you're ready to go. We'll let Agonar know it's clear, and the troops can move in. Let's move! Побежали, чё? Ой, тут дракон даже водится. Здорово. Пардон. Опять же, кашель мучит, сука. Слушай, а если я тебя убью? You take anything out of my pocket, and I take you into jail. Не, ну если вы не поняли, то это главный наш враг. Ладно. Что за говно-то? Take this. Sovereign guard awaits. Stop! I give up. Should have obeyed the law. Maggots like you for breakfast. I hope this changes your attitude. Do it, criminal. If you won't change your act, I will. Why? Die. I must break you. Куда он побежал? I hope you've got lots of coin in your pockets. Good one, but you won't land another like it. I have failed. Careful. Он что, с нами, что ли? Ладно, я просто надеюсь, что квесты не сломались. О, господи. Ладно. Да пипец, просто так и шел по дороге и встретил главного врага во всем дополнении. Так как бы, я не знаю, если бы я зашел в таверну, а там у барной стойки сидел Алдуин. К примеру, да? Или Мирок зашел, вышел покурить, там, я не знаю. Что такое? Simple enough, right? Unfortunately, that's the easiest part of this whole damn mess that we've gotten ourselves into. Да размотаем, чё, первый раз, что ли? Remember, once we begin the attack, we fight until we are victorious, or we die with honor. Понятно, чё. Нельзя будет до конца сражения. Very well.
Конечно, да. May we meet again after battle, or in Zongar, brother. Да. Либо на этой земле, либо уже в Зонгарде. At least the rain provides some cover. Just a second. What? Этот FPS меня уже заебал. What? Surprised to see me here? I am a guard and a soldier. I've got to help in this fight too, you know. Or are you scared? I'm sworn to protect this land and its people, but I'm a bloody guard. Nothing of this scale has ever happened to me. Then again, we've got Agnar leading us. There's no way we can lose. Right? Uh-huh. Ladies and gentlemen, your attention, please. They're ready for you, Agnar. Thank you, Ulgar. Fair people of Valskar. Любые друзья. For almost 700 years, you have graciously allowed my family, the Bor-Valdurs, to lead you. Through thick and thin, you have worked hard, supported us, and provided unwavering loyalty. Unfortunately, not all who live in Falskar are content. The Yunvaldir see the throne as their birthright, and something that can be owned or taken. They have started war after war, seeking power, their greed unmatched. 100 years ago, they even agreed to give up, to stop fighting, and to accept peace. However, over the last few months, Ingvar Yunvaldir, Jarl of Stalgard, has repeatedly broken that agreement. He has kidnapped my family, terrorized my people, gathered an army, and destroyed our great city. But now, the heart of the gods is within his grasp, and he has forced my hand. In honor of those who fell at Borvald, we must take up arms and return the favor, ending this once and for all. Что они там делают? Разведчик, что ли? Ня-ня-ня. Не сметь убегать. Чё, не респавнится, что ли, блядь? Ладно, иди сюда. Сука. Че, уёбывает от меня, ну? Сука. Нихера тут куча мала. Победа нет. Ладно, буду идти с этой кучей. Потому что я мог бы, конечно, как в гражданской войне, тупо сам прорваться в крепость и нарешать всем. Но тут, похоже, надо следовать со всеми. Вперед, воины!
Вперед! Давайте сохранимся, это ну нахер. Блин, здравый город такой. Он мне еще в шлем попал. Ну, мразь. Who is that? Ух ты. You're going to pay now. You're an awful deed. Ох, вас там. You won't be doing that again. I hope this is your last. Oh, now I trust you. А вон они все. The others will come. Да бля. You should have obeyed the law. Die! Yeah. I made an oath and I intend to keep it from the guard. Красота. You won't change your act? I will. On regret disobeying the law. Надо музыки добавить, чтобы было пафоснее. Хотя музыка какая-то спокойная. Бля, походу своего зарубал. Ну да ладно. Одним больше, одним меньше. Ох, вас тут как говна. Now I try for real. Die. Yeah. I hope this changes your opinion. Где там еще один? Забился где-то бедняжка. I made an oath and I intend to keep it. Такс. Пошли дальше убивать, чё? Город, конечно, огромный, блин. Чё ж не дали в нём побегать-то до осады? То есть не пригласили даже. Просто так ходить, разведывать карту было неинтересно. Ну не было смысла. Да, блядь, бежать. Вот и как можно было здесь не попасть. Бля.
Ладно, пойду я дальше. Мне кажется, пришло время. Угу. А нет, похоже, не пришло. Ладно. Чё я забыл сделать? Пробиться в крепость. Допустим. Come on now! Keep it up! Похоже, мы с тобой первые пришли. Бля, как я боюсь этих любительских модов, это пиздец. Потому что шаг вправо, шаг влево, и все, блять, и оно не работает. Ладно, давайте часочек подождем. Keep moving. Ладно, тогда до утра. И ну вас нах. Потому что эти моды — это такой пипец. То есть иногда бывает на славу рабочие. Все хорошо. Ну ладно, ладно. Пошли. Все ж собрались уже. А, ну да. Think you've got what it takes? That wasn't so bad. You are doing well so far. Keep going. Я тебя не заметил, прости, прости. We've got trouble. We must go after him immediately. His city is razed and his army defeated. His only hope now is to get the heart of the gods. We ну, must понятно. Fight up to the temple containing it, to the west. Let's go. Let's go. Возврата долго? Я ему ничего не должен был. А, ну да, это штурм города. Это мы пытались ему намять пока за то, что он сделал. We tried to stop him, but he was on his horse and got through us. He is heading to the heart chamber. Тут до пизды лошадей. Must follow him immediately. Then let's go. Берите хорса. Погнали. Ага, то есть хорсы для слабаков, я так понял, да? Что мне надо сделать? О, бля. Похоже, каким-то образом мне нужно подняться на этот хребет.
пройти по этой дорожке и попасть сюда. Ладно, будем держаться стены. Вперед. Я все-таки думаю, это заключительная серия, потому что, ну, в принципе, победа за нами. Отвалите. Хотя не. Че, я слабак какой-то? Ай! Как я тебя не заметил? Че у тебя за меч такой? А, нордский. Красивый. Лошадку же вы не зарезали, мою мразище? Или все-таки зарезали? Ладно, пойду пешком.